Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. Тема сегодняшнего видео – развод с точки зрения эзотерики. Очень часто люди создают брак, семью и начинают через какое-то время скучать и искать себе новые приключения. Так вот, развод в семье – это всегда, независимо от констатируемых обстоятельств, жизненная трагедия. Если речь не идет о фиктивном браке или браке, совершенном по глупости. Он негативным образом воздействует на обоих супругов, а также на семейную атмосферу, в которой вынуждены пребывать близкие родственники и дети. Если рассматривать институт развода с гражданских позиций или формальной точки зрения, то он представляет собой некий разрыв социально значимых связей, которые утратили свою перспективу в общественном и личностном смысле. Другими словами, мы говорим о том, что распалась ячейка общества, освободив ее основных членов от уз совместной жизни. С точки зрения эзотерики, бракоразводный процесс – это более глубокое непростое явление, способное серьезно навредить энергетическому балансу человека, что будет пагубным для психофизического здоровья и общего состояния касающихся его дел. Порой речь идет даже о фатальных последствиях развода, которые эзотерика объясняет негативными реагированием разрушаемой людьми системы выстроенных взаимоотношений. Как правильно разобраться в водовороте резко меняющихся событий, как пережить подобные катаклизмы и достойно продолжить свою жизнь, смогут разобраться те, кто обратился к эзотерике, кладезю знаний о духовных тонких структурах человека, способных и взаимодействию с физическим телом, взаимосвязям потоков энергии нашей Вселенной. Что собой представляет развод с точки зрения эзотерики? К рассмотрению сути процесса развода эзотерика подходит с позиции тесного взаимообмена, существующего между энергетическими полями двух и более личностей. Семья с точки зрения эзотерических представлений является собой сложный сосуд, в котором объединяются энергии всех ее членов. И если одна из поступающих в него энергии стала источником негатива, разрушающего семью изнутри, можно говорить о том, что в данной ситуации дело движется к разводу. При констатации подобных проблем необходимо быстро установить причинно-следственные связи, которые прояснят ответ на вопрос, есть ли способы, позволяющие восстановить прежние отношения или сохранить гармоничный союз. При отрицательном ответе мы говорим о возможном прекращении существования пары, развод, который становится новым этапом на ее жизненном пути. Изучая проблему развода, эзотерика обращает наше внимание на существование такой сложной субстанции, как эгрегор. Она предстает в виде совокупности энергии, изучаемых каждым членом семьи, которая в результате определяет качество его психоэмоциональной и физической жизни. Сразу после того, как пара начинает проживать под одной крышей, формируется ее общее энергетическое поле, которое в дальнейшем оказывает значительное влияние на характер взаимоотношений, реализацию совместных планов, все сферы психической и физической жизнедеятельности. Со временем, с появлением в семье новых ее членов, детей, близких, дальних родственников, энергетический потенциал эгрегора неумолимо растет, что превращает его в еще более влиятельный фактор. Именно этим обстоятельством эзотерика объясняет сложность ситуации, связанной с разводом, когда бывшие супруги ощущают присутствие незримой связи с ушедшими или оставленными ими людьми. Эти энергетические нити еще долго будут их соединять, заставляя мысленно возвращаться к прошедшим временам, испытывать ностальгию по поводу совместно проведенных лет, пережитых событий. Особенно сильна такая связь в распавшихся семьях, в которых остались общие дети. Они, как плоды когда-то прекрасных отношений, будут продолжать оставаться связующим звеном, пытающимся восстановить разрушенную родителями энергетическую систему. Согласно эзотерике развода, эгрегор автоматически растет, демонстрирует возрастающее влияние с увеличением количества членов семьи, времени пребывания пары в союзе, числа реализованных и нереализованных совместных проектов, идей, направлений дальнейшего развития созданной ячейки.
Чем больше перечисленных составляющих, тем сложнее происходят разрывы брачных отношений, некоторые из которых провоцируют возникновение крайне нежелательных последствий. Эзотерика развода и религия единогласны в том, что созданная людьми и получившая благословение Бога энергетическая система, подвергшаяся негативной трансформации, желает получить возмездие за потерю своей стабильности и силы. Часто бывает так, что ушедшие из семьи люди не находят в новой жизни своего счастья, проходя через вереницу серьезных испытаний, теряют здоровье, запасы собственной энергии. Их энергетический баланс тоже мог поддерживаться эгрегором разрушенной ими семьи. В результате опрометчивых и плохо продуманных действий они лишили себя источника пополнения необходимой им энергии, что вызвало снижение качества их психологических и физической жизни. Как правило, люди, не обладающие эзотерическим мышлением, не задумываются о существовании абсолютно реально причинно-следственной связи, которые возникают между их поступками и наступающим возмездием. Человек склонен оправдывать свои действия, выдавать эгоизм и мелочные желания за высокие духовные порывы. Часто из-за минутных эмоциональных всплесков, мимолетных встреч, рушатся значимые энергетические системы, что приводит к краху жизни многих людей. Предостерегая от принятия неоправданных решений развода, эзотерика обращает наше внимание на существование вселенского баланса и справедливости. Дисгармония и дезориентация энергетических потоков могут проистекать из неправильного хода наших мыслей, причины которых кроются в отсутствии твердых нравственных убеждений, нацеливая на выбор в жизни верных шагов. Эзотерические учения говорят о необходимости взвешенного отношения человека к действительности, умение видеть сложность взаимосвязи между разными ее системами. Счастье дается тому, кто способен быть позитивным, мудрым, нацеленным на беспрерывное личностное развитие и думать не только о собственном благе. В каких случаях разлука – ложный способ решения проблем? Задумываясь над степенью целесообразности развода, необходимо хорошо проанализировать несколько позиций. Качество своей прошлой и настоящей жизни с партнером, причины ухудшения взаимопонимания и существования ранее гармонии, возможные способы выхода из создавшегося кризиса межличных отношений, реальность их реализации, глубину возникшего разногласия, существование объединяющих факторов, в первую очередь детей, масштаб принципиальности защищаемых партнерами позиций. Если кризис действительно является катастрофичным и развод с вашей точки зрения единственный выход из сложной жизненной ситуации, стоит еще раз взвесить все «за» и «против». Часто случается так, что человек под влиянием сильных эмоциональных переживаний, находясь в состоянии стресса, не способен объективно посмотреть на образовавшуюся проблему. В каких же случаях не следует доводить отношения со своей второй половиной до развода, а попробовать совместно поискать пути возобновления утерянного эмоционального комфорта? Ваша семейная история не должна идти к разводу, если вами создан сильный эгрегор, который не позволит так просто покинуть заданную систему координат и смело отправиться в свободное плавание к чужим берегам в поиске иллюзорного счастья. Разрыв имеет искусственно созданные корни, которыми могут быть вмешательства третьих лиц, случайно возникшие обстоятельства, необдуманные поступки, глупые ошибки, оставившие отпечаток сожаления и вины. Пару связывает бережное и заботливое отношение к детям, воспитание которых является значимой частью ее существования. Супругов объединили общие взгляды на жизнь, на способы построения траектории ее дальнейшего развития. В семье остаются люди, по объективным причинам нуждающиеся в помощи человека, решившего разорвать семейные узы. Эзотерическое учение «Божественное слово» подчеркивает то, что принимая судьбоносные решения, человек должен опираться не только на собственные желания, но и учитывать объективные факторы, влияние которых может быть намного сильнее. Игнорирование последних является крайне нежелательным, поскольку приводит к нарушению циркуляции духовной энергии, истощению энергетических ресурсов не только семейного эгрегора, но и оторвавшегося от него элемента. В каких случаях разрыв союза необходим? Решив
закончить свою семейную историю разводом, вы должны быть точно убеждены в правильности хода своей мысли. Выход из созданного эгрегора в любом случае не будет легкой задачей, но стоит попробовать достигнуть поставленной перед собой цели. Если созданный брачный союз тормозит ваше саморазвитие, развод в таком случае является единственным шансом почувствовать крылья за спиной и полностью реализоваться как гармоничная личность. Разрыв связи необходим по взаимно выстраданному обоюдному согласию сторон, которые находят свои отношения утерянными безвозвратно. Ваша партнерская связь носила фиктивный характер, не приносила духовного удовлетворения, которое является фундаментом брачного союза. Вы хотите выйти из зоны пагубного влияния партнера, который своими действиями целенаправленно разрушает вашу ауру и не реагирует должным образом на высказанные по поводу этого просьбы. Эзотерическая философия жизни не стоит на стороне разрыва брачных отношений. Но если такой союз убивает одного из партнеров, насыщает семейный эгрегор негативной энергией, отравляющая жизнь подвластных ему людей, следует сделать усилие и выйти из разбалансированной системы. Вариант, ведущий к разводу, следует считать благополучно развязанной проблемой ситуации, когда супруги за годы совместного проживания так и не сумели создать прочный эгрегор. Параллельность их жизни со временем делает их обоюдно несчастными, неудовлетворенными, лишенными жизненной энергии. Хуже обстоят дела в том случае, когда один из партнеров является энергетическим вампиром и наслаждается своим искусным талантом подпитываться за счет сил другого человека. Такая ситуация требует немедленного разрешения, так как чревата самыми негативными последствиями для стороны, питающей домашнего вампира. Как восстановить энергетический баланс после разрыва? Сложность положения, вызванная разводом, связана не только с необходимостью достойно пережить непростой процесс разрыва ранее значимых межличностных контактов. После бракоразводной баталии важно восстановить утраченные силы, внутренний энергетический баланс, который позволит далее двигаться по пути выстраивания личного счастья. Человек, несущий в себе негатив разрушенных отношений, не может рассчитывать на новую удачную встречу. Он требует определенной реабилитации, которую способен обеспечить себе сам. Ослабленное биологическое поле не только провоцирует появление плохого самочувствия, нарушений в состоянии здоровья, но и вызывает в жизни другие сложности, проблемы в производственных отношениях, неудачи в делах, несчастные случаи, появление в жизни большого количества людей с плохой энергетикой. Человек, переживший семейный кризис, должен проявить внимание к системе собственной энергетической системы и защиты, чтобы стать снова способным к построению гармонии с окружающим миром. Каким способом человек, аура которого утомлена разводом, может пополнить свой энергетический потенциал? Энергетические учения советуют вспомнить о связи психического и физического начал, обратившись к практикам медитации, помогающим восполнить силу духа, оздоровительным гимнастикам и психотерапевтическим процедурам. Важно после пережитой стрессовой ситуации снова обрести веру в себя, свои возможности, сформировать положительное отношение к происходящему рядом. Большое значение для процесса духовной реабилитации приобретает работа над повышением собственной самооценки. Как правило, разрывы брачных союзов очень негативно сказываются на отношении человека к самому себе. Но, как учат нас эзотерики, любовь к внешнему миру, к другому человеку начинается с любви к собственному «я». Внутренняя гармония сказывается на окраске настроения, на способах построения своих взаимоотношений с людьми, которые, в свою очередь, являются сверхчувствительными к характеристикам внутренней энергетики потенциального партнера. Никто не хочет быть жилеткой для слез, таблеткой от настигнувшей депрессии. Каждый человек, приходящий в этот мир, достоин счастья и построения гармоничных союзов, без переноса в них негативных моментов прошлой не очень удачной личной жизни. Сила духа испытывается в сложных жизненных ситуациях. Не зря говорят о том, что сильного человека проблемы делают еще сильнее, а слабого могут уничтожить полностью. Будьте сильными и смело идите к своему счастью. Если у вас есть какие-то проблемы, с которыми вы не можете разобраться, пишите мне на WhatsApp, и мы решим вашу ситуацию.